Уважаемые сотрудники Центра подготовки кадров, от всего сердца поздравляю Центр со знаменательной датой – 30-летием со дня образования. За эти годы ЦПК прошел славный путь, наполненный постоянным творческим поиском, кропотливым трудом, новыми открытиями и достижениями. Юбиляры, как известно, красят не годы, а заслуги. Сегодня Центр подготовки кадров – это современная корпоративная образовательная организация со всеми присущими ей качествами. Широкий спектр специальностей, высококвалифицированный преподавательский состав, современные образовательные технологии. ЦПК полностью обеспечивает потребность Алроса в подготовке кадров. Ежегодно более 5000 рабочих и 17 тысяч специалистов проходят обучение по различным видам подготовки. Идет большая работа по профориентации учащихся школ Мирнинского и Ленского районов. На протяжении всех 30 лет коллектив ЦПК сохраняет добрые традиции качественной работы, высокой организации труда, уважительного отношения к ветеранам. Убежден, что Центр подготовки кадров будет и дальше уверенно наращивать свой потенциал и готовить высококлассных специалистов. Желаю всему коллективу ЦПК дальнейших успехов во всех начинаниях, новых творческих идей и смелых решений. Пусть накопленный 30-летний опыт станет прочным фундаментом для новых профессиональных достижений.